О, деревенский, 21-го. Видите как, я объелся, ягненка что там завалили. Все, Исаки несет, естественно, бежит овечка. Вот это натуральная жизнь. Вот она как. Ну в городе что это из этого возможно? Ну прямо скажем, ничего. Нету ни хозяйства никакого, холодильником все органи. Вот поймать его надо. Второй брат пришел, тоже у дела. Никита, что интересно, наш Никита Колесников Андреевич и этот Никита Андреевич Устинов. Вот с утра пораньше, еще 8 утра нету. Выгоняют скотину. А вот что, заболел ягненок или что? Нет, просто убежал из дома. А, вот как. Ты показывай, опусти ягненка поближе ей. Она убежит. Ягненка ей покажи. Дай понюхать его. Ближе. Чего ж ты не понимаешь разве? Она кричит, а ты все. Она успокоилась. Как-то к скотине-то. Неразумение какое-то. Давай, давай, этот скотина выгоняет бычка. Пожалуйста. Вот, Степа работает с утра. Так, вот она пошла. Скорее, поближе ей покричи, Марья, Марья, Баря. Баря, 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 Баря. Подойди к ней, подойди, подойди, опусти, уйдет, скорее. Так, и неси перед ней рядом, держи крепче его. Прямо введи его, чтобы она рядом была, тащи его рядом. И Барька им, Баря, Баря, Баря. Вот она боится тут всего, тут ишь, колеса лежат. Чтобы она его нюхала, а ты закрыл его с собой тащишь, а куда она пойдет? Не за сапогами же твоими. Так, ну вот видишь, там погнали коров. У нас своя работа, работаем с утра пораньше. Вот, пожалуйста, это Владимир Усинов живет. Можно показать, какая надпись. Это имя моей матери. Мы написали.